цепи. Найда с цепи сорвалась. Да, да, начальник охраны, привет. А знаешь, кто сегодня приедет? Бегуся, привет. Совсем загрустил Бегуся, прям совсем. Сейчас приедут гости к нам, гости, дорогие, вкусные гости приедут. Найда, представляешь, кто приедет сейчас, а? Ждем гостей мы. Приехал пэт-шоп. Ой, здравствуйте. Я уже замерз. Вон и Ирка идет. Давайте сразу выкинем. Да, мороз. Морозит, кусается, но нас греет. Ого! Так. Паппи Макси для огромных щенков, это, наверное, для Арчи. Угу. Он у нас Макси, Паппи. Макси-щенок. О, Ринал, это почки, это как раз для Поца. С его нерабочими почками. Супер. Мы ему такой сейчас даем как раз. Супер! Ну что, вы довольны? Очень. Вы тоже. Запасы. Есть. До свидания. Все, огромное спасибо пэт-шопу. Смотрела. Нет, смотри, это похоже на кофе. На кофе для кошек, видишь? Да, будем, о, будем заваривать. Заваривать. Возможно. Все, огромное спасибо. Спасибо. У нас теперь куча корма. Куча, это прям куча. Этот подарок, да? Ну, вообще прям шикарно, потому что зима, холодно. Вот очень большой у нас расход кормов. И без таких кормов, конечно, было бы вообще тяжко. Вот, корма, ну, хорошие, дорогие, ветеринарные, специализированные. То есть нам и для старичков, и для щенков. Вот сейчас будем стерилку делать, да, после операционных собачек. Друзья, я обращаюсь к вам с просьбой. Если у вас есть такая возможность, зайдите, пожалуйста, на сайт магазина Petshop.ru. Напишите благодарность от всех нас и нашего приюта. Без этой бесценной помощи нам просто не выжить. Petshop.ru дарят приюту дорогие и очень необходимые корма для работы с самыми сложными подопечными. Что происходит здесь у нас? А что такое, Доня? А что ноем? А чего ты взгромоздился, принц? А чего это ты разнылся, принц? Даня, скажи, потому что уже все знают, что приехал пэт-шоп. И на столе стоят вкусняшки. Скажи, вы что думаете, я глупый, что ли? Я понимаю. Колбаска ваша королевская. Что, Доня, мало, что ли? Колбаску плашмя надо тебе? Колбаска плашмя, пожалуйста. Может быть, теперь остальным тоже раздадим? Картоха, тебе какую колбаску? Давай две колбаски вдоль. Давай две колбаски вдоль для картохи. Вкусно? Квазюля, вам две колбаски вдоль. Бери две. Нет, ты очень скромная девочка. Ну на еще одну, на. Бубличек. Мистер Суета, Бубличек. Флегмопесик, флегмофоксик, на. Фоксик очень спокойный. Невеста. Колбаски вдоль. Скажи спасибо, очень вкусно, но мало.
Модакс, мода. Ой, какие зубки показывает мода. Картоха, запасная колбаска. Доня, у тебя вампирские глазки прям. Начальник охраны. Мне захватило. Гоша, Гренка. Все по одной. Все по одной. Если бы они умели говорить, они бы сказали спасибо огромное. Спасибо. Гуляш и Гаврюля получают по вкусняшке. По одной. Еще по одной. По колбаске. Леня, Слойка. Давайте поцы дадим побольше. Ох, сколько у него. Вкусно. Он тоже говорит спасибо. Бегусь. Бегусик, и тебе тоже, скорей. Хотя бы одну. Хотя бы. Бегуся, скажи, я болею, я старичок, мне тяжело. Ой, ой, плачет. Но все равно спасибо, скажи. Гектор, Чупчик. Два брата акробаты. Скорей. Так, Гек, на тебе вот. Все, молодец. Вкусно. Степка и Жучка. Многие собаки попадают в приют еще малюсенькими щенками. И так и остаются в приюте на всю жизнь. Так никогда и не узнав, что такое дом. Вот Соня, Мася, Лосенька, Шоня, Бима, Кутуш. Молодец, Кутуш. Тушка. Тушка. Красивая. Сходим. Поперек. На вдоль. Шоня. Шоня вдоль. Друзья, мы очень-очень благодарны интернет-магазин зоотоваров Petshop.ru, всем сотрудникам, руководству за поддержку приюта, за дружбу настоящую. Огромное спасибо за корма, за вкусняшки, за витаминки. Друзья, ну, пожалуйста, и вы не забывайте, что это все-таки приют, и все собачки хотят попасть домой. Мы очень стараемся, но у нас не хватает времени, чтобы для всех обеспечить необходимое время, необходимое внимание. Всеми нужно заниматься, и помимо кормления и ветеринарного обслуживания нужно еще много времени просто для общения. А у нас его катастрофически не хватает. Поэтому, пожалуйста, не забывайте, выбирайте себе любимчика. Мы очень благодарны всем за доброе участие в жизни приюта. И быть добру! Четко.